Привет, друзья! Сегодня у нас с вами покупка, распаковка, обзор еды, которую я кушаю на работе и во время работы. А также в походе на пляж, в лес, на природу, на озеро, на речку, в горы, в поездках по городу, в машине, в автобусе, в маршрутке, на вокзале, в электричке, в поезде. Везде, где я хочу быстро, вкусно, а главное сытно и полезно покушать. Девчоночки, мальчишечки... Привычка, да, дурная? Но я надеюсь, я никого не обижаю этим. Съездила я опять. Опять я в магазине в нашем. Опять я в нашем магазине. Съездила, забрала свой заказ. В субботу, в воскресенье в эти была скидка на еду. Это белковое питание, белковые коктейли. Это куриный суп. На него вообще очень редко скидка. Вы меня простите, я в Вайбере писала в чате. ВКонтакте не хватило, к сожалению, времени. Хотя надо было вас... Сейчас я пишу в свой телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь. Потому что акция была очень хорошая. Вот куриный суп, его скидку на него дают раз в полгода. Вот. Это суп, это коктейль. Выглядит это все дело вот так. В коробке супов 5 порций. Примерно цена была порция 150 рублей. Порция супа 150 рублей. Извиняюсь, пришлось прерваться. Позвонили. Так, смотрите, здесь 5 порций. Порция супа 150 рублей примерно. Вот, ну, все. Жиры, белки, углеводы, калорийность, витамины, минералы. Вот, все это порционно сбалансировано. В составе есть молоко. Вот, готов к употреблению, то есть вы берете шейкер, ну у меня шейкер сейчас в машине остался, вот такой вот зелененький, стакан большой, вот, наливаете в него водичку и насыпаете смесь, взбалтываете и все, можно пить. Сытно, полезно, ну, удобно, очень удобно, я их беру, почему? Потому что удобно. В первую очередь не только из-за пользы, да, а еще из-за удобства. Это сладкий, здесь уже коробка побольше, здесь 10 порций. Коробка из-под фисташкового, видите, да, фисташка. Но я попросила, чтобы мне девочки сделали микс. То есть несколько вкусов положили в одну коробку. Фисташка, здесь ванильный пломбир и здесь шоколад. Ням-ням. Это сладкие, вот, тоже... Все также сбалансировано, функциональное питание. Также удобно, быстро, и с ним можно еще делать классные десерты. Вот. А суп, если кушать дома, кто, допустим, худеет и заменяет ужин порцией любой еды, допустим, захотели вы покушать супчик, то можно добавить сухарики, зелень, вот как на картинке. Можно кусочек курочки добавить, это будет очень вкусно. Вот. Так, что еще? А, ну, здесь у меня вот еще кремушки, кремушек для рук и кремушек для ног. Крема очень классные, они на конопляном масле, впитываются моментально, они пленки не оставляют на коже, кожа мягкая, прям вот нежная становится, бархатистая, ну, классная. Цена у них средняя 350 рублей за крем. 350-400 рублей максимум. Вот, вот эти по 350 крема. Так, что еще? Сейчас я даже гляну чек. Есть у нас здесь цены? Ой, нет, по 320, девочки, мальчики. Крема по 320 рублей эти. Крема очень классные. Несмотря на их небольшую цену, очень хорошие. Корейские даже рядом не стояли вообще. И мылочка для стирки Zero без запаха. Тоже натуральный состав, на растительных омыленных маслах, стирает классно, руки не сушит, кожа тоже после него нежная, выполаскивается на ура просто, очень хорошо выполаскивается, 1-2 раза прополоснули и все. Если брать любое другое магазинное мыло для стирки, то там нужно будет выполаскивать 5-6-8 раз выполаскивать, чтобы выполоскать хорошо, вот. Это выполаскивается суперски. Кожа классная, стирает отлично. И можно даже к душ принимать. Кожа тоже будет после него мягкая. Вот. Вот такие вот покупки.
Если кому-то что-то интересно узнать дополнительно о продукции, то пишите в комментариях, хотите в личку мне пишите, спрашивайте. Я, как всегда, на связи, на все вопросы отвечаю. С покупкой, с доставкой помогаю. Новинки. Кофе и манго, ананас. Порция 10. Ну, как всегда, люди. 10 порций в коробке, 145 рублей порция, полноценный прием пищи. Прокладки, ну я уже показывала. Я себе брала. Вот эти наборы еще пооставались с Нового года. Тоже новинки. Чай. Чай, да, новый чай, кстати. Чай очень... Скрабы, да, я уже снимала, показывала. Скрабы офигенные. Ну, так вот выглядит наш магазин севастопольский. Для дома, для уборки, для автомобиля, гигиена, питание, красота, уход за телом, за лицом, мыло вместо геля для душа, пасты, порошки, мыло для стирки, экологичное, пластины, натуральный состав у продукции, у всей, тоже для стирки, пятночистители, тоже красота, дезодоранты для тела, умывалочки. Ой, господи, забыла. Сыворотки, пожалуйста, скрабы, крема, лицо, тело, ручки, ножки, масочки, шампуни твердые. Вот эти маленькие коробочки, это шампуни. Это шампунь. Вот, пожалуйста, фитоминеральная косметика. Новая. Логин-пароль у вас есть? Растительная косметика, чаи, витаминные напитки, леденцы витаминные, пожалуйста. Растительные комплексы, оздоравливающие для всех органов. Все, что нужно. Ассортимент очень хороший, а главное, действительно можно избавить дом и себя от химии, от бытовой, вот, и пользоваться натуральной продукцией. Никогда не бывает так, чтобы здесь было пусто и не было очереди. Постоянно очередь. А тех, кому нужен экологичный, эстетичный и, главное, официальный заработок, я приглашаю к командной работе со мной в сотрудничестве с эко-магазином. Консультация, собеседование и связь через мой телеграм-канал. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии.